мы с вами оказываемся в Токио на стадионе Ариаки Колизеум. И у нас с вами следующий бой. Это очень интересный поединок, потому что Вакафпор Промук выйдет в ринг, и он встречается с Хироки Шишидо. Ну вот, японец сейчас в такой курточке с орлом готов выйти сюда, в ринг. И чем интересен этот поединок? Вакафпор Промук — один из блестящих, один из самых тонких и интересных мастеров муай-тай. А Хироки Шишидо — представитель шут-боксинг. И вот посмотрим, чья возьмет. Потому что шут-боксинг тоже вещь очень серьезная, очень интересная. Очень приспособленная для ведения вот такого жесткого скоростного боя. Ну а муай-тай тоже, видите, наборство древний, и веками отточена вот эта филигранность всех действий. Порой кажется, что муай-тай примитивен, прост, но эта простота, граничащая, наверное, с гениальностью. Действительно, муай-тай — это гениальное изобретение тайского народа, потому что весь народ участвовал в шлифовке этого бриллианта, наверное, колье драгоценных камней вот всех видов единоборств. Потому что муай-тай надежен в бою, проверен не раз. Можно биться и с одним соперником, и с несколькими, и в различных условиях, при различных, ну, скажем так, на различном грунтовом покрытии. Очень надежно себя чувствует человек, владеющий муай-тай в бою. Ну вот сейчас как раз мы увидим Вакафпор Промука во всей красе и Хироки Шишидо. Молодой парень, 24 года, почти 70 килограммов, при росте 1,74 м, 15 побед, 2 поражения, 3 боя выиграл нокаутом. Вакафпор Промук здесь К1, World Max, очень хорошо себя зарекомендовал. И, конечно же, не безоблачно жизнь бойца. Несколько раз проигрывал Буакав именно здесь, в К1 World Max. И как раз те, кто в свое время побеждал бою с Вакафпор Промуком, будут здесь, в ринге. Это Альберт Краус и Энди Сойер. Кстати, обоим боксерам вернул должок сполна Вакафпор. Так что это человек, который умеет постоять за себя. Например, Энди Сойера он отправил в нокаут во втором раунде, а вот у Крауса выиграл по очкам. Хироки Шишидо, он в черном трико и в черных трусах. Вакафпор Промук удерживает Вакафпор на левой руке, на прямой. И боковой слева. Коротко и ясно. Я даже не успел ничего сказать. Что творит этот парень? 24 года. Ну а Хироки Шишидо 29 лет. Очень опытный боец. Чемпион Японии в среднем весе, вот в шутбоксинге. Дошел до финала в 2004 году. Чемпион, интерконтинентальный чемпион WMC. И вот так на первых же секундах получить сбоку мощный удар. Это было, конечно же, лихо. Но легкое сожаление я испытываю от того, что мы с вами не увидели хорошего боя. Ну, имеется в виду всей техники. Вот сам пропустил немножко Вакафпор, а встречным боковым слева уложил на повал.
Смотрите, как стоял на ногах, широко, плотно. Чуть-чуть оттягивался назад уже после этого, чтобы не получить дополнительно. Навстречу. Рисковал, конечно же, рисковал. Но сделал, конечно, это блестяще. Бой завершился мгновенно, практически мгновенно. И это победа. Кавпур промок. На стадионе Люмпини он был вторым серебряным призером. На турнире, который проходил на стадионе Амной Боксинг Стадиум, стал чемпионом. Это очень престижные турниры в Таиланде.